любви не помеха. Под звуки волшебного вальса 9 влюбленных пар Самары обмениваются клятвами и кольцами в кругу родных и близких. Алла и Александр уже 50 лет в браке. В любви вырастили 2 дочерей, 3 внучек и внука. Первую встречу помнят до сих пор. На лекции я увидел вот свою будущую супругу и удивился, какая эффектная, какая красивая девушка. Вот бы мне такую. Работа, учеба. Времени на романтику не было. Решили, раз влюбились, надо жениться. Александр закончил Харьковское училище МВД с отличием. Начал работать в областном УВД, где дослужился до звания полковника. Александр – настоящий герой. Спас не одну жизнь. Выносил детей из пожара. Имеет медали за отвагу на пожаре и медаль за личное мужество. Секрет семейного счастья прост. Ну, где-то ссорились, где-то мирились. Ну, никогда ничего не разбегались. Первый приходил прощения, просил я. А попозже, когда уже я стала немножечко помудрее, я тоже уступала где-то. В студенческие годы было не до пылких признаний. Зато сейчас, на пенсии, Александр частенько посвящает жене стихи собственного сочинения. Когда я ноги протяну, но очень сильно так устану, то все равно тебя одна я любить не перестану. Любимая песня семьи Толкуновых «Эти глаза напротив». Именно этот вальс звучал словно только для них двоих на танцевальной площадке города Уральска 68-го года. Свадьба хорошая была. Родители, конечно, помогали. Он студент, я немножко уже работала. Сама платье себе покупала, готовила туфли. Ну, в общем, в то время... Колец не было, свадьба без колец была, не взять их, не достать, ни за какие деньги потом покупали. Вера работала воспитателем в детском саду. Сергей трудился в нефтяной отрасли. Вырастили 2 детей, 4 внуков. Главное – это любить друг друга. Основное – это любовь. От любви дальше идут отростки. Когда только начинают ссориться, так тот, кто не прав, идет гулять. И 2 квартала обойдет, приходит, и все проходит. Регистрация в ЗАГСе – это возможность окунуться в прошлое, подвести итоги прожитых лет. Этот праздник имеет важное значение не только для юбиляров. В рамках государственной семейной политики направлено на повышение престижа семьи, на укрепление статуса отцовства и материнства в рамках национального проекта «Демография». Огромное вам, человеческое, спасибо. Вы являетесь примером для подражания. Пары получили поздравления и памятные подарки от правительства Самарской области. Елена Нижегородцева, Григорий Плешаков. События.